Здравствуйте, меня зовут Андрей Ершов. А на данный момент я учусь в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Сергеевича Прокофьева в классе преподавателя Колесова Сергея Владимировича. До этого я закончил музыкальную школу в городе Калининграде, музыкальную школу имени Глиера в классе преподавателя Михаила Васильева. Часто участвую в конкурсах самых разных, в том числе и международных, в том числе и под последний конкурс, который проходил в Киеве. Там я занял 3-е место, конкурс называется «Золотой саксофон». В жюри сидели известнейшие саксофонисты, такие как Никита Зимин, Арно Брункам, Алан Крипен и другие. Также из значимых конкурсов, в которых я принимал участие, можно отметить международный конкурс саксофонистов «Пушкин Сакс», конкурс, проводимый нашим колледжем, там я занял 1-е место в средней возрастной группе. И до этого я ездил в Любек на международный конкурс саксофонистов, проводимый Лилией Русановой. Там я также стал лауреатом, занял 3-е место.
Я играю на саксофоне альте. Это основной такой инструмент для саксофонистов. Он самый популярный, если брать на академический саксофон. Я учусь. Также я играю на теноре саксофоне, на нем я играю в квартетах, ансамблях и в нашем колледжном оркестре. Я очень люблю саксофон и хочу продолжать развиваться как саксофонист.
Mm-hmm.